Метель, гололедица и мокрый ветер. Спасатели предупреждают о непогоде, которая сегодня вновь ожидается на Алтае. Прогнозируется усиление ветра до 23 метров в секунду и плюсовая температура. Уже завтра возможно понижение температуры местами до минус 19, и это при сильном ветре. А в начале декабря синоптики обещают, что столбик термометра в некоторых районах региона может опуститься до минус 39. В Краевом управлении МЧС рекомендуют переждать сильные порывы ветра в помещении, а находясь на улице, подальше держаться от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций. Также не стоит парковать автомобили под балконами и по возможности не выезжать за пределы населенных пунктов. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому номеру 101.